Сегодня я хочу вам рассказать о социальном проекте, который работает в нашем учреждении «Опора в жизни». Мы приглашаем в наш центр лиц, перенесших инсульт, граждан с ДЦП, а также их родственников с целью обучения. Проект нацелен на то, чтобы помочь людям, которые перенесли инсульт, также гражданам с ДЦП и прежде всего их родственникам, семьям, для того, чтобы облегчить процесс восстановления, адаптироваться после перенесения болезней. У вас будет возможность обучиться, познакомиться, получить информацию о необходимых средствах реабилитации, которые помогут вам в дальнейшем. Это такие средства, как принятие пищи, одевание, раздевание, гигиенические средства. У вас будет возможность получить психологическую помощь, получить дополнительную информацию о том, как ухаживать за больными. Форма обучения проводится индивидуальная. То есть, если у вас есть желание нас посетить, получить необходимую информацию, обучиться, вам достаточно записаться на консультацию по телефону 23 19 53. Находимся мы по адресу город Балаково, улица Титова, 19А.